Друзья, доброе утро. Показываю вам пустой угол, где нет елочки. Здесь у нас стоит, о боже, как это называется, ну, в общем, фильтр воздуха. Решили поставить сейчас увлажнитель воздуха, не фильтр воздуха, увлажнитель воздуха. Все пусто, ничего нет. У нас на улице снег, не могу сказать, что сильный, но такое, я не знаю, хотел сказать моросит, но, в общем, мелкий какой-то снежок падает. Ветрище сегодня. Сегодня, кстати, выходной у детей в школе, школы нет. Мы решили немного уже начать. Мы все еще обустраиваем дом. Если это кажется, что все вот это обустроилось, все так легко, вот здесь мы планируем повесить большую картину, но мы никак не можем определиться, какую картину повесить. Везде все одно и то же, либо просто как-то нереально дорого. Это как бы того не стоит, потому что мы хотим и картину, мы хотим и вот этот угол занять. И надо как-то поделить бюджет и на это, и на то. В общем, все сложно. В итоге мы определили, что лучше возьмем не супер какую-то дорогую картину, либо картины, либо какой-то декор. А хотя бы на первое время, а там посмотрим. Ну, знаете, как обычно бывает, берешь на первое время, оно навсегда остается, что, в принципе, тоже неплохо. Здесь мы хотим поставить стол для компьютера и... Ну, как стол? Мы хотим здесь поставить стол. Ну, как стол? Такой совсем маленький, тоненький столик, где можно также поставить какие-то декоративные штучки и также пользоваться на нем компьютером, например, что-то нужно срочно оплатить, чтобы не идти вниз в офис, быстренько здесь набрал все. Ну, вот какая-то такая мысль у нас была, либо что-то еще, мы не знаем. Мы еще наконец-то купили барные стулья, но в нашем случае это не барные стулья, это называется counter size, барные стулья намного выше. Здесь у нас вот этот каунтер, и они по его размеру. Мне они очень нравятся. Что-то за собакой сидела как будто бы. Мне они очень нравятся. Такие приятный цвет. У меня вообще в последнее время тянет меня на бежевый какой-то цвет. Кстати, да, не снимала опять. Я давно не снимала влоги. Много кто-то писал, жду новогодних видео. Честно, Новый год, ну, вообще ничего не снимала. Во-первых, были 2 недели каникул. Как-то не совсем хотелось. Плюс я занималась другими видео, которые более для меня были на тот момент важны. И я ими занималась. И как-то вот влоги ушли на второй план, потому что влоги более трудоемкие. Более трудоемкая для меня работа, на самом деле, особенно когда говоришь по-русски, там я по-английски, на что мы делали? Мы ездили в центр, мы отмечали Рождество, мы отмечали Новый год. У нас, кстати, сегодня нет школы, сегодня выходной, но прикол в том, что и завтра школу отменили из-за морозов. Минус 10 это сколько? Это, по-моему, минус 20 градусов по Цельсию. Не знаю. В общем, сейчас я вам покажу. Удивительно, почему отменяют школу в такой мороз. Мне кажется, в моей русской школе, когда я еще училась, тоже отменяли. Дело в том, что дети здесь ждут автобус утром. Завтра утром будет минус 10 тоже градусов по Фаренгейту. Как сейчас днем, прикол. Но и самое интересное, что завтра днем будет 30 градусов. Сейчас 10 градусов мороза, а завтра днем будет 30. Большой скачок температуры, будет теплее. Но утром также минус 10. Это очень холодно, потому что здесь дети ждут автобус. Стоят, скорее всего, из-за этого. Это раз. Во-вторых, у многих родителей уезжают раньше детей на работу. И многие дети идут пешком в школу. Да, здесь тоже такое бывает. Вот это наше окно. Хотела сохранить рисуночки, но они мокрые. Думаю, почему не мокрые? Здесь лед. Вы представляете? Интересный момент. Здесь даже иногда отменяют школу. Прошлые года отменяли, когда очень много-много-много снега навалило, и просто не успели все расчистить, почистить, ну и школу отменили. Либо был такой момент, переносили на час позже, то есть если уроки начинались в 8, приходило сообщение, что в 9 они будут начинаться, как раз к этому времени дороги расчистят, и там, не знаю, где-то снег потает, такое тоже здесь возможно, что он быстро тает. И вот из-за морозов. Я прям чувствовала, что сегодня, если бы не был выходной, то сегодня бы тоже отменили бы школу. Ну,
Самый прикол здесь, Колорадо, в том, что вот сейчас минус 10 градусов по Фаренгейту, а завтра 30, потом 45-50. У меня даже видео, что такого не бывает, что в Америке так холодно. Да, у нас здесь, именно в Колорадо, например, когда прям... Здесь даже когда снег, много-много-много снега, но есть солнце, и бывает прям жара. Мы вот недавно катались на сноубордах во дворе, и было очень жарко в толстовках. А когда вот минус 10, это холодно. Мне кажется, если где-то минус 10, это всегда будет холодно. Например, у нас сухо, минус 10, холодно, а где-то минус 10, но влажный климат, и там еще в 3 раза холоднее. Вот так вот. Как уже каждый год, это наша третья здесь зима, и получается каждую зиму обязательно 1-2 дня будет вот минус 10, то есть минус сколько там, 20 градусов по Цельсию, и все. И потом холодно, но не так прям супер страшно холодно, вот это я заметила, если этот период холодный проходит, то потом начинается очень даже такая приятная зима. Здесь как-то вот очень интересны эти скачки в температуре. Прям удивительно. Что ж, уже вечер. Варюшка лежит со мной немного. Сейчас, представляешь, смотрела. Говорят, в Чикаго минус 25 по Фаренгейту. Сколько по Цельсию? Минус 50? Серьезно? Где-то минус 35. Короче, очень холодно эти дни везде. Когда говорят, что в Америке не холодно и нет снега, вот вам, пожалуйста, эти пару дней везде. А Флорида, по-моему, там... Там можно... Дожди, даже в Техасе, где тоже снега нет, у них пошел малюсенький снег и прохлада. Не прям, чтобы, конечно, как... А я хотела пошутить, в Флориде плюс 40. Я не знаю, кстати, про Флориду ничего не слышала. Вот только что про Чикаго. А про остальное не знаю. Ладно. Спасибо, что посмотрели сегодняшний день. Скажи всем пока. Всем пока. Пока.